Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня просто хочу сделать небольшой обзор моего подоконника. У меня на подоконнике просто сорти. Что только на нем не стоит. Все подоконники заняты. Вот каждое растение ставлю близко друг к другу. Вот помидорки выбрасывать жалко. Санька на ранние помидорки. Даже рассадить не знаю. Попробую, может быть, рассажу куда-нибудь. А это вот цветочек. Я даже название его не знаю. Я читала, как в интернете, как он называется. Ну, забыла. Это очень сложное название. А здесь еще в маленькой чашечке земляника посажена, крупноплодная, не взошла. Зефир. А я все жду. Каждый год сажаю, но зефир не сходит. Похоже, не схожие семена. По-всякому бывает. Вот земляничка, пожалуйста, зашла. Вот в этом горшке я хочу дождаться цветения. Поэтому специально пересадила сюда. А это просто высажу, когда придет и время. Но я думаю, она, наверное, зацветет. Дождется, когда придет ее время. Вот такая она, шикарная уже. Петунья тоже хорошенькая. Вот петунья такая у меня. Спасибо всем за просмотр. Всем доброго утра, доброго дня. Пока-пока. Будьте всегда со мной.